Работа Совета депутатов не прекращается. Планшет в руках, защитная маска, расстояние между присутствующими не меньше 1,5 метра. Совет депутатов в новом формате? Нет, вынужденная мера защиты от вирусного заболевания. Несмотря на все меры карантина, органы власти продолжают работать в полную силу. Мы с вами не можем не проводить заседания Совета депутатов. Должны приниматься нормативно-правовые акты, мы должны передавать имущество и с высокой вероятностью будем пересматривать наш с вами бюджет. Поэтому работа Совета депутатов не прекращается. В таком формате Совет депутатов проходить больше не будет. Мероприятие планируют перевести в режим видеоконференц-связи. По всей стране на удаленный формат заседания переходят городские советы депутатов, региональные заксобрания и другие парламентские органы. То же самое происходит сейчас и во всем мире. Это мера временная и вынужденная. Как только режим самоизоляции закончится, все органы власти вернутся к прежнему распорядку. На территории Одинцовского городского округа введен режим повышенной готовности. Депутаты проголосовали за. Итоги работы органов местного самоуправления за минувший год глава муниципалитета подвел на ежегодном отчете. Парламентарии также присутствовали на этом событии. Поэтому второй вопрос повестки был принят большинством голосов. Кто за? Кто против? Депутат Тиняев против, да? Да. Зафиксируйте, пожалуйста. В повестке 22 вопроса. Органы законодательной и исполнительной власти работают в штатном режиме. Следующее заседание Совета депутатов пройдет по графику, но уже онлайн. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».